на голосе... Аня, что ты делаешь? Я разговариваю с трансой. С фанатами своими. А что? А ты что, тоже транс делаешь? Да. Ты серьезно? Нет, я шучу с тобой. Люблю пошутить. Шутница я. Дура, ты сделала транс, и теперь от меня все. А! Свидетельство. 61-60, а у тебя? Девочка отдала? Да. Передай привет Насте Ивашковой. 13. Вы не подумайте, я такой, мне каждый, а что я говорю? Я таким не питаюсь, на самом деле. Завтра включаем в 9 часов 1+1, и там будет голос дети, и мы будем в потусовке. Спасибо. Это не шаурма, это... Ну что вы за... Все думают, что это шаурма. Клевета! В 9 ночи. Заходим... Куда? А какой это канал? 1+1. 1+1. Монатик, можно свою сфоткать? Я вас не знаю. Да? Да, монатик. Да. Смотрите все, завтра в 21:00 включаем. Open Kids? Не знаю. Смотрим. Голос дети, команда, болеем за команду. Мама. Болеем за Влада. Итак, кто проголосует? За Андрея. Болеем за Влада. За... Болеем за Андрея. Болеем за Влада, пожалуйста. Кто голосует за кого-то из монатика команды? Тот получает сигну от нас. Кто получает сигну от меня? От всех. Короче, кто, друзья, слушаем. Если кто голосует, за... Так, молчать. Кто голосует за Влада, Фенечку из монатика команды, тот... Будет. Значит, вы мне присылаете видео, где вы голосуете за Влада в команде Монатика. И я, значит, вам лайкаю фотку, комментарий и делаю сигну делаю. Влад, давайте, за Влада, все за Влада. Влад классный, все. Лучше за Влада. Я сказала да, за Влада все. Я вам сделаю вообще все сигны, которые могу сделать в мире. Хорошо? Влад, ура, Влад. Видишь? Андрей, пожалуйста. Пока. Настя. Голосование? Болею за Влада. Все пишут. Болею за Влада. И голосуйте. Мы там будем. Монатика. Голосуйте, Андрей, Влад. Монатика, за Влада. Влад, Настя, Влад. Сигнал Влад. От меня. Да. За Влада. Голосуем за Влада. И за Андрея. Влад ван лав. Согласна? Девочками? Сколько у тебя читателей? Голосовать на сайте. Голосовать завтра будет за прямое голосование. Будет не на разу, будете голосовать. Фотку отсылаю. Влад, Влад. О, Влад. А знаете что? Я с ним в паре танцую. Колымень, не знаю. Спасибо. Когда он тебе улыбался? Что ты брешешь? А она вам врет, дорогие читатели. Нет. Это клевета. Влад forever.